Один из старейших мостов в Тамбове совсем скоро кардинально преобразится. Арки за моей спиной уже не будет, ее заменят красивые гбёны из армированного камня. Студенец направят в трубы, а сама конструкция получит необычный живописный древнеримский колорит. Высота этого моста почти не изменится, зато вырастет ширина на 3-3,5 метра в сторону ближайшего торгового центра. Проезжую часть расширят до 4 полос, создадут новые тротуары. По сути, мостом конструкция уже не будет. Она станет основанием для дороги, которая сформирует из металлического сетчатого каркаса, забитого природным камнем. Такие габионы образуют две подпорные стенки по бокам конструкции. Будет устроена подушка из матрасов Рено, так называемых. После будет устроена непосредственно уложенные звенья водопроводной трубы, после чего будет возводиться подпорная стенка из габионов и также просыпаться земполотно песчаным слоем, обертанным в геотекстиль, дормит. Исключительно мостом реконструкцию не ограничат. За несколько месяцев дорожники заменят асфальтовое покрытие на проезжей части и тротуарах от улицы Студенецкой набережной до Студенецкой, установят новые столбы освещения и опоры троллейбусных линий. Дорогу на этом участке тоже расширят до 4 полос. Правда, перед этим нужно провести масштабную подготовительную работу. Необходимо выполнить огромный комплекс по переустройству коммуникаций. К примеру, линии связи, чтобы переустроить, необходимо сделать отдельно стоящую ферму, отдельный поворотный колодцы, переустроить всю телефонную канализацию. И только после этого мы реально сможем приступить к демонтажу и моста, и части автомобильной дороги. То, что такой ремонт необходим, нам подтвердили горожане. По их словам, мост давно требует реконструкции. Конечно! А если он обвалится, будет вообще несерьезно. Мало ли что может произойти. Если есть деньги, почему бы их не вложить в капитал? Да, обязательно. Почему? Ну, потому что очень удобно подъезжать, сокращается путь и экономится время. Это очень удобно. Я считаю, что нужно. Ну, потому что люди тут часто ходят, и не дай бог что. Стоимость всего комплекса работ по госконтракту – 75 миллионов рублей. Работы подрядчик должен завершить к 1 ноября. Если все задуманное удастся, властям города останется благоустроить берег Студенца в радиусе 200 метров от моста, чтобы создать еще одно красивое место отдыха в нашем городе. Дмитрий Шапкин, Николай Иванов, Евгений Мещеряков, «Область новостей».